Бывший чемпион мира в 8 весовых категориях Мэнни Пакьяо хочет провести реванш с Флойдом Мейвезером-младшим. Филиппинец надеется, что Мейвезер вернется на ринг ради боя с ним. «Я точно хотел бы провести этот реванш. Надеюсь, Мейвезер вернется, мы сможем провести еще один бой. Но в общем, я не смотрю дальше предстоящего поединка против Матисси. Он станет для меня настоящим вызовом и испытанием». Василий Ломаченко расположился на второй строчке обновленного рейтинга Pound for Pound. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии авторитетного издания The Ring. После победы над Хорхе Линаресом Василий Ломаченко стал чемпионом мира в трех весовых категориях, завоевав пояс по версии WBA и все той же The Ring в легком весе. Этот успех позволил Ломаченко подняться с третьего на второе место в списке журнала, который называет Библией бокса. Василий сумел обойти американца Теренса Кроуфорда, бой которого против Джеффа Хорна был перенесен с апреля на июнь. На первой строчке располагается чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин. Финал всемирной суперсерии бокса в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гасиевым может пройти через 2 месяца во второй половине июля. Об этом сообщил журналист американского издания USN Live Марио Лопес, уточнив, что не знает о месте встречи. 21 июля – это дата, которую я слышал в контексте поединка Усик-Гасиев. Ничего не слышал о месте или стадионе. Американский специалист Джон Дэвид Джексон, известный по работе с чемпионами мира среди профессионалов Сергеем Ковалевым и Бернардом Хопкинсом, рассказал, как должен действовать Геннадий Головкин в повторном поединке с Саулем Канело Альваресом. «Я думаю, что первый бой выиграл Головкин. Единственное, он позволил Альваресу отсиживаться у канатов. Канело просто создавал видимость активности. Даже если Канело продолжит такую же тактику во втором бою, то нужно срезать углы, прижимать канатом и создавать на него давление. Сделать так, чтобы Канело раскрылся. Не нужно ждать действий от Альвареса. Нужно бить самому, раскрыть его самому. То есть нужно оказывать большое давление на мексиканца и постараться хорошими ударами попасть по цели. Нужно нанести больше урона сопернику. Головкин должен стать настоящим зверем в этом бою». Вечер профессионального бокса 6 июня в центре Йорк Холл в Лондоне, главным событием которого состоится бой за титул чемпиона британского сотрудничества и WBA Континенталь между непобежденными полутяжеловесами Лоуренсом Окколи и Люком Уоткинсом пройдет при аншлаге. Об этом объявили организаторы Matchroom Boxing. По их информации, все билеты уже распроданы, однако их точное количество не уточняется. Отметим, что центр Йорк Холл вмещает 1200 зрителей. В рамках этого вечера бокса выступит олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Илюсинов, для которого этот бой станет вторым на профессиональном ринге. Соперник Данияра Илюсинова пока неизвестен.